нужно увековечить, это нужно ставить в аналог истории, как четкую природу нашего движения, что мы делаем все, что мы только можем для того, чтобы служить духовному учителю, чтобы он был доволен нашим служением. И я помню, как однажды проводилась Харинама, и мы отправились в место, которое называется Леаль. Это на самом деле то место, где сплошные... где сплошные места, где продают мясо. И вот мы проходили мимо, и они на нас, в нас бросались с мясными продуктами. И в какой-то момент один из мясников вышел, и я говорил с ним, и вот Хариласа, он взял за шикху и поднял другой рукой топор и сказал, вот сейчас, похоже, его нужно прибить. И в то время преданный ему проповедовал. То есть мы шли на любые риски, какие бы Кришна нам не подбрасывал, потому что это было испытание любви к духовному учителю. И мы осознанно шли на это. И у нас было столько веры в очищающую силу Санкиртаны. Мы понимали, что если люди увидели шафран в наших тхоте и наши курты, они очистились бы просто созерцанием нас. И когда шел дождь, то Харилас Прабху носил прозрачный дождевик, чтобы все еще был виден шафран его одежды. Вот так настолько он был предан. И Шрила Прабхупада не здесь, не во Франции, но в Калифорнии. Он спрашивал лидеров одного за другим, вы убеждены, вы убеждены, вы убеждены. И говорили, да, и Прабхупада тогда говорил, ну идите, убеждайте других. И вот это... И об этом и есть наше движение. Поэтому, чем больше мы распространяем сознание Кришны, тем лучше. Чем больше вы распространяете этих сокровищ, тем лучше. Харинама Санкиртана Ки Джай.